Эй, приветище! Сегодня мы с тобой попиратим! Да, прикинь, короче, вышла новая игруха в Роблоксе, где нужно строить свой кораблик и плыть за кучей золота. Ну, точнее, за кучей сундуков золота, я надеюсь. Я еще не плавал, так что я не в курсе. Вот. Здесь у нас дублоны. Ну, дублоны, скажем так, это пиратские денежки. Вот такие вот золотые монеты с черепком. Во. В общем, что у нас есть? У нас есть деревяха. Смотри, вот деревяха. Давай-ка попробуем соорудить обычный плотик. Хопа. Ну, вот такой вот я соорудил плот. Странный, да, какой-то? А, пофигу, пирату-то чё, пирату все равно. Вот так вот сидуху. Садимся. О, все. Нажимаем set sail и погнали. Плывем. Нам нужно плыть вон туда, где горы. Управлять мы не можем. И кажется, мой плот тонет. Чё-то он какой-то не плавающий. Ладно. Оу-оу-оу, ты посмотри, сколько здесь потонувших плотов. Видимо, это неудачные попытки. Йо-хо-хо, мы с Кехой плывем за золотишком. Так, кажется, я об что-то ударился, и у меня половину плот отбило. Оу, посмотри, сколько там камней. Жалко, я рулить-то не могу. Так, вижу по курсу, мы сейчас своей бочиной заденем камней. Вот этот камень. Хотя не, смотри, как проплыли-то, а. Оу, опасный момент, так-так-так. Фух, пронесло. Там что, мачты какие-то торчат из-под воды? Затонувшие корабли? А нет, это какие-то шпильки. Шпильки огромные, огроменные шпильки. Мы входим в новую территорию. Прямо по курсу преграда, огромная шпилька, каменная, опачки. И хорошо, что, кстати, я сделал вот этот вот нос. Он прям все собирает, все. Нос моего корабля практически раздроблен. Но мы пока держимся. А мне пофиг, я веселый пират. Блин, что-то мне как-то спереди совсем не нравится. Что творится? Ты глянь тут. Ой-ой-ой-ой, сейчас бочину хбдыщ. Здесь тоже хбдыщ. Сейчас еще здесь передок. Оу, ай-яй-яй, перевернулся. Интересно, я под водой могу дышать? Да, энергия заканчивается, это очень плохо. Еще какие-то, смотри, золотые, солнечные. Оу-оу-оу, все. Меня, короче, вот эти вот золотые камни накрыли. Я получил, между прочим, 35 дублонов. Мы сейчас можем чего-нибудь прикупить, например. Зайдем в магазинчик и посмотрим. О, за 50 дублонов мы можем купить Red Chest, то есть красный сундук. Ну что ж, давай его возьмем. Открываем. О, что это такое? Это что-то, вот это что? Надо попробовать, сейчас опробуем. Прикрепим к нашему шикарнейшему плоту вот такие штуки. Сделаем гоночный водный болид. Так, вот эту штуку мы вот сюда подставим. Вот эту вот штуку мы вот сюда поставим. Вот эту штуку я поставлю перед собой вот сюда. Вот это я вообще не знаю, что это такое. Какая-то плавающая фигулина. Фиг знает, что это как переводится. Ну, в общем, это поплывок, скажем так. Я его даже не знаю, куда прикрепить. Давай его сзади прикрепим, потому что у меня задница почему-то тонула. Видимо, я слишком жирный. Итак, мой плот теперь может перевозить двух пассажиров. Конечно же, занимая заднее кресло. И поплыли. Ну-ка, оу! Как-то неудачно я сделал свой плот, да? Блин, придется перестраивать. Удаляем все деталюшечки спереди. И расширяем бока нашего плота. Похоже на какой-то катамаран. Не хватает только педалей. Во, хе, ладно, погнали. Надеюсь, что в этот раз я не перевернусь и проплыву как можно дальше. И нет, мы снова потерпели переворот. Можно сказать, кораблекрушение. Ух ты, что это там за деталюшечка валялась. Значит, нам нужно вернуться и опять переделать свой корабль. Так, мы плывем, кажется. У меня здесь есть один пассажир. Спереди у нас там дымящиеся плоты. Наш передний пассажир будет принимать на себя удары. А бочину нам отбило. Поплывки я разместил прямо в лодке. Не на лодке, не возле лодки, а прямо в лодке, прямо в середине поплывки поставил. Так, наш пассажир уже получает себе урон от камней. Нет, мы потеряли нашего пассажира. Ну все. Теперь я остался один на один со своим плотом. Сейчас, походу... О, я потерял свой передний поплывок, и все, меня перевернуло. Это очень опасно. Надо попробовать запрыгнуть на свой плот. Это, конечно, крайне сложно сделать. Ай-яй-яй-яй. Ай-ой-ой-ой. Ну вот, в принципе, и приплыли. Ну что ж, все на месте. Я немножечко переделал плот. И попробуем на сей раз. Что же у нас получится? Поехали. Так.
вроде плывем. Вроде полуутопленный у нас плот получился, мы наполовину в воде. Да, труханы наш промокнут, носки тоже, так что, ну что есть, то есть, плывем. Воу-воу-воу, старина, нифига себе, у тебя ракета. Так, кажется, с ракетами все сложно. Ими очень трудно управлять. Да. Чувак перевернулся. А мы плывем прямо на огроменную скалу. Кажется, наш Титаник сейчас потерпит крушение. Оу-оу-оу-оу. Ну да. Нужно как-то всплывать. Так. Вроде выбрались. Можно продолжать наше путешествие. А вот пассажир что-то как-то у нас решил посидеть на камне. Только непонятно на каком. Пока бегу. Не плыву, а бегу. Все бегу и бегу. По водной глади бегу. Мы приближаемся к новой локации. К тем самым золотым камням. Светящимся золотым камням. Хотя они уже, по-моему, не золотые, а оранжевые. Меня тогда, видимо, проглючило. Что же это за метеориты-то такие? Похожие на какую-то... На желтый кокон инопланетян. Так, мы вплываем в эту локацию. Пока плывем. Оу, сейчас будет опасненько. Так, наш плот пытается перевернуться, но что-то как-то... Эй, стопы. Давай, может, ты перевернешься, а? Мне как бы надо на тебя взобраться. Ой. Ну, как бы... Ладно. Это реально циркачество какое-то. Оп, аккуратненько. Эй! Бежим. Живем. Это сложно. Ну все, ну где? Всплывай. Ну что ты утонул? Всплывай давай. А, там металлический кусок топит мой оставшийся кусок плота. Да, в этой игре металл очень тяжелый, и он не может никак плыть сам по себе. 43 дублона подняли. Это много. Так, почему это я голый появился? Я не понял. Опять, блин, вот вечно практически в каждой игре я почему-то становлюсь нудистом. Каким-то голожопым. Что ж за дела? Ладно, покупаем еще один сундук за 50 дублонов. Так, ну-ка, что-нибудь новенького. А нифига новенького не появилось. Да, у нас здесь целая команда пиратов плывет. Тут. Не, это, по-моему, не пират. Ну, с рюкзаками пираты, но это... А, это, наверное, это... Студент! Студент-пират! Плывет вместе с нами. Меня сейчас тут спрашивают, слушай, мы точно замороженным плывем? Я говорю, вроде бы как за шавухой собирались. Экстрим! Сейчас мы сделаем вот так. Хопа, бежим! И сейчас нужно будет снова запрыгнуть на кораблик. Есть, получилось! Экстрим-шоу получилось. Так... Ну вот, мы снова перевернулись, это как-то не очень круто. Надо забежать на берег и прыгнуть на плот. Эть, ну же, есть получилось, слава богу. Так, попробуем переплыть, точнее пересесть на другой плот. Вот сюда. Так, бежим, хорошо, что здесь есть берег. О, да, получилось. Ну, кажется, это было зря сделано. О май гад, что он делает? Что? Ну вот я... Кажется, я улетел в другую реальность. Итак, мы облегчили нашу конструкцию. Сейчас попробуем. Вот эта штука сейчас будет дичайше вертеться, но и пускай. Оп! Хьюстон, у нас, кажется, потери. Меня по днищу таращит. Подтащит. Тащит, таращит, всплываем. Попробуем забраться. Тик. Ну что, сундучок, ну дай же нам ракету. Ракет, пожалуйста. Есть, наконец-то, ракета. О, сколько всего выдали-то. Нифига себе. Так, куда бы я пришпандорить, давай-ка вот так. Ну что, тестовый запуск, сейчас пробнем. Запускаем ракету. О, поехали.
На таран! Ой, а не, прикинь, не протаранили. Ой-ой-ой, куда-то в опасное место мы приплыли. Сколько камней. Итак, нас стало теперь трое. Трое пассажиров. Посмотрим, как далеко мы улетим. Опасные парни выплыли на поиски сокровищ. Воу, кажется, нас кто-то нагоняет сзади на ракете. У нас тут собралось пати, целых три корабля. О, один уже тонет. Потерпел кораблекрушение, а здесь у нас просто чума, вечеринка ракетная какая-то. У нас тоже назревает вечеринка, погнали! Воу-воу-воу, вот это вечеринка! Надо валить с этого корабля, побежали по берегу! У нас с напарниками остался последний заплыв, время на исходе, так что сейчас мы соорудим чудо-штуку. Нереальную чудо-штуку. Итак, лодка готова. Вот такой вот небольшой домик. Здесь даже есть стеклышко. Посмотрим, насколько нас хватит. Поплыли? Да, мы почти потонули. Избушка не выдержала наших трех задниц. Весь прикол, что мне теперь отсюда не выплыть. Напарники-то выбрались, а я не мог. Вот и все. Оказались мы в ловушке, так что домики лучше не строить. Ну что, ребята, на этом все. Мы наплавались вдоль и поперек, нахлебались воды. Если тебе понравилось, то с тебя лайкосик, подписочка на канал, если ты еще не подписан. И обязательно оставь комментарий под этим видео. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока и до нового видосика.